украинец, да, выиграл супертяжелом весе? Украинец, да? Он не придет. Церемонии награждения приглашается президент Международной федерации любительского тайского бокса. Please welcome from Victory Ceremony, President of the International Federation Muay-тай Amateur, Dr. Sachai Tapsufa. Бронзовые медалисты чемпионата мира в супертяжелом весе. Bronze medalist из Российской Федерации, from the Russian Federation, Семен Шелепов. И из Италии, from Italy, Domenico De Sello. Чемпионата мира из Эстонии, representing Estonia, silver medalist Андрей Пока. И чемпион мира в супертяжелом весе из Украины. And super heavy champion of the world from Ukraine, Сотя. Барабанщики такие, да? И государственный гимн Украины для чемпиона. National anthem of Ukraine for the champion. Oh.
Дамы и господа, после церемонии награждения мы продолжаем финальные поединки чемпионата мира по тайскому боксу.